Пожалуйста. Секунду, извини, да. Можно? Да, пожалуйста. Скажите, извините, ради Бога, у нас есть микрофон вообще еще один? Пока мы, да, просто чтобы было всем слышно. Да, я хочу просить на запинять, потому что я просто. У меня три предложения вопроса. Первый вопрос. Нет ли возможности вернуть статус исторического города нашему Омску, бывшей третьей столице? Это первое предложение. Так. Второй вопрос. У нас есть Омская крепость, где сосредоточена душа не только этого города, это значимое место для всей России, для всего мира, знаете, это пространство, связанное с Достоевским и так далее. И третий вопрос, как нам остановить разрушение исторического образа наших русских, российских городов, которые, по примеру, у нас выйдет исторических центров, возникает небоскребы вместо того, чтобы в них доминировали русские православные храмы. Вот у вас не вопрос, а ответ. Считайте, что я под ним подписываюсь. Если будет нужна, спасибо, какая-то моя помощь, я с удовольствием вам помогу, потому что считаю, что это совершенно справедливый вопрос, и даже не вопрос, а требование, на которое вы абсолютно имеете право. Поэтому если будет во мне какая-то надобность в этом смысле, я вас всегда поддержу.